новой рубрике «Хочу сказать» мы узнаем у саровчан, какие вкусности они будут готовить этой осенью. Пойдемте. Что можно приготовить в эту осеннюю погоду? Шарлотку из яблок. А расскажите, как ее готовить? Да обыкновенный рецепт. Сахарный песок, мука, разрыхлитель. А, яйца? Яйца. Ну и яблоки, естественно. Ну, я готовила салат оливье, у меня очень вкусно получался. Блины готовила и суп грибной. Расскажи вот рецепт, например, салата оливье. Ну, я резала огурцы, варила картошку, я еще добавляла крабовые палочки, вот, горошек. Ну, когда это все как бы замешаешь, там надо добавить соли немного, масло и майонез, там, чем хотите, тем заправляйте. Пирог. И что вам сказать? Расскажите рецепт. А, рецепт. Все ясно. Ну, на килограмм муки нужно, значит, 2 яйца, затем, значит, стакан сахара, стакан растительного масла и что еще? Какой пирог? Все. Пирог какой получается? Пирог вот так. Компот. Ого, какой компот? Расскажи, что за... Ну, облепиховый можно. Рецептом поделись, да? Секретный. Ну, например, можно приготовить пиццу. Мне кажется, в такую осеннюю погоду это было бы очень кстати. Расскажи рецепт, как ее готовить. Ну что, нужно тесто и какие-нибудь составляющие для пиццы. Ну, например, там колбаса, грибы, курица, не знаю. Ну, обязательно сыр и помидор. На кухне осенью. Осенью? Да чего угодно, шарлотку можно. А как ее готовить? Как готовить? Ну, тесто, я скажу, яйца, мука, сахар, яблоки. Слоями накладываешь. А еще что можно приготовить? Да можно, мне щи я могу варить с макаронами. Расскажите нам рецепт. Рецепт? Ну, макароны маленькие. Потом сначала мясо варишь, потом капусточку, картошечку добавляешь, потом макарошки. Рецепты на осень себе набрала. Осталось теперь переписать все на бумажку и начать готовить. С вами была рубрика «Хочу сказать». Пошла готовить.